Sangsar sindhu tarani hidayam jadi sad Sankirtanam ritarase ramate manusche Premam budhau viharani jadi chitta viti Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam Sangsar sindhu tarani hidayam jadi sad Sankirtanam ritarase ramate manusche Premam budhau viharani jadi chitta viti Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, Bhakti is a natural function of your soul. Что бхакти это естественное состояние души. Somebody putting question, и кто-то спрашивает before Prabhupada, у Шилы Прабхупады, can you speak very easily? Можете ли вы сказать, узнать полное определение, точное определение бхакти? И Шрила Прабхупад сказал, что бхакти – это естественное состояние души. И кто-то спросил у него, о, Прабхупад, в этой жизни можем ли мы стать успешными? И Шрила Прабхупад сказал, да, почему нет? В этой жизни вы сможете стать успешными, вам не обязательно ждать следующей жизни. Definition of bhakti. И это определение бхакти. That day, the other day I was speaking. День я говорил. Браджаваси сабабики пути. Кришна прути. Кришнеро сабабики пути. Браджаваси пути. From Chaitanya Charitamrita. Это из читания Чайтанья Чаритамрита. Those natural love, spontaneous love for Krishna. Натуральная любовь к Кришне и у Кришны тоже. У него есть такое же естественное чувство к Враджавасе. No, и нет никакой искусственности в их отношениях. Я в тот день также говорил, что полное самопредание, безусловно, самопредание – это очень важное. And submission unto the lotus feet of Sadhguru. И наше самопредание лотосным стопам Садгуру. Не а Садгуру, а именно Садгуру. Садгуру. All symptoms are there in Haribhakti Vilas and different scriptures. Many times I discuss Kripa Sindhu Susampurno Sarva Sattopokaraka. Вот эти качества Садгуру, они описываются в этой шлоке. Sarva Sansayo Sanschetta Analasa Guru Rahit. Those are the symptoms. Вот это все признаки Гурудева полностью. But I have no time to. Но мне нет сейчас времени их все обсуждать, все Гурудату. Это сейчас другая тема у нас. Now regarding submission, I was относительно самопредания, я говорил. Suppose between two countries. Между двумя странами. Fighting going on. Идет so common people, война, и обычные they люди, are coming to они other country, приходят, they are entering, ну, беженцы, они another country, убегают с своей страны и they like to take shelter there. Приезжают в другую страну, они хотят принять прибежище там, they are coming, убежище. They like to take shelter in this country. This kind of shelter I don't mean. Такой тип прибежища я не имею в виду, поскольку когда какие-то проблемы кончились, то эти люди, они возвращаются назад. Kind of то есть это самопредание на какое-то короткое время я не имею в виду. Много людей приходят, чтобы совершать харибаджан, они ищут садгуру. Sometimes they are taking shelter under the lotus feet of они принимают прибежище у садгуру. But perfection is not there. Совершенства не достигают. Someday one devotee coming to Gorkishadas Babaji Maharaj and speaking, I am coming from that place. And when you are coming back, when you are going back, actually I have return ticket on that day.
Однажды какой-то преданный пришел к Гаукшодасбуджа Махараджу, и он спросил его, когда ты уезжаешь. Он сказал, вот есть билет назад, и я вот уезжаю в тот день. А Гаукшодасбуджа Махараджу сказал, что я никогда не слышал об этом, что если кто-то приехал, пришел в даму по-настоящему, то уже нет пути назад. И вот в этой шлоке, произнесенной Махараджем, это описывается. И вот сейчас вы принимайте прибежище лотосных стоп Гурупад Падме. Это условие. This kind of submission I don't mean, I don't like to speak. And those who are Mayavadi, they are also taking shelter unto lotus feet. Я не говорю об этом виде убежище. Майявади, они тоже принимают прибежище у Гурудева. You can go to their place. И когда совершают Гурупуджа, можете посмотреть, как они совершают Гурупуджа. They are doing Gurupuja more gorgeous way. Они более, more than you. Ну, более шикарным образом поклоняются Гуру. Но их Гурупуджа полностью искусственна, она бесполезна. Why? Почему? Майявади, they accept Gurudev up to они certain limit. Принимают Гурудева до after какого-то they realize Brahma, where is уровня, Gurudev? А потом, когда они осознают Брахму, то they can throw Gurudev. Гурудева уже нету. This is a system. Это такая система. So up to certain limit they can и вот до accept Gurudev, they какого-то can obey. Уровня они могут принять Гурудева, следовать ему, и потом отставить so, Гуру. А Шанкарачарья даже приводит ну, определение Гуру, но оно просто смешно. Гуру-таттва, they don't like to understand они не хотят понять глубины смысла so Гуру-таттва. И до какого-то уровня они подчиняются Гурудеву, потом kind of оставляют его. И я не имею в виду тот вид прибежища. Наши вайшнавские сампрадаи, те, кто вайшнавы, они принимают прибежище у лотосных стоп Гурупад Падме по-настоящему навсегда. Janme-janme guru se, chakshudhano dilo jai, janme-janme guru se. Life after life, жизнь, you can get Gurudev. You cannot leave Gurudev. Our relation with Guru Padma is permanent. Не можете оставить его. Наша связь с Гурудевом, она вечна. Now, actually, I was speaking about something. Я говорил о... Navilashita sunyam ista. Вот об этой шлоке. I will discuss. Of course, but before that, prior to that, I like to touch this point that this kind of prema bhakti, it is one kind of disease. И yes, вот это према бхакти, она подобна заразной болезни. Suppose this is one kind of disease. Bhaktivinoda Thakur speaking. Bhaktivinoda Thakur говорит. Is one kind of disease, contagious disease. Что это if подобно бхакти, она подобна заразной болезни. И если это бхакти, это прама бхакти, она есть в сердце нашего Гурудева, если и только тогда, как если она есть по-настоящему, это прама бхакти, только тогда она может явиться в нашем сердце, подобно тому, как заразная болезнь. Не служа чистому вайшнаву, те, кто имеет рагануга бхакти, вы не можете получить effort, by your personal effort, you cannot come out successful. It's a futile effort. И вашими личными усилиями вы не сможете стать успешными. Вы должны служить тому вайшнаву саду гуру, у кого уже есть эта любовь в их сердце. Это условие, которое and Bhaktivinoda Thakur actually в Писании приводится, и Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, садхината ратна дане раг марге карай правеш in Bengali. На Бенгале он говорит, first of all you will have to regularize yourself. We want to see what kind of regulation is there. Должным образом свою жизнь. If you cannot control yourself, вы должны контролировать самого себя, свои органы чувств, свой ум и все прочее. Whimsical attitude, running like mad, no controlling over your sense organ, then you cannot expect that kind of bhakti. Bhakti is not such a cheap thing. You can buy and market from market, you can buy Siddha Sarup, you can buy, you can pay 25,000, Gurudev can give you Siddha Sarup. You go.
То есть нельзя просто взять и всегда и купить на базаре, как падает в Сахаджи. Это не тот путь, которому следуем. When Prabhupada going to leave from this material world, manifesting some sick lila, Vinod Babu, уходил из этого мира, он являл лилу болезни. Винод Бабу, он плакал. О, Прабхупад, ты являешь лилу болезни. Как мы можем это потерпеть? Then Prabhupada saying, nobody can understand my. И никто не может понять Сиддханту anymore. Мою Сиддханту больше. Nobody can understand my Siddhanta. Никто не может понять мое учение. Они не хотят понимать его. What use staying here in this material world? Зачем, с какой смысл жить в этом материальном мире? What for I can stay? Зачем я буду жить здесь? Kripasindhu Susampurno, a Vaishnava is totally complete. Он полностью полон в сам себе. There is no dissatisfaction. There cannot be any dissatisfaction. Никакого неудовлетворения. There is any не может быть этого. Если у него есть какое-то неудовлетворение, какое-то нет чувства полного блаженства, будьте уверены, что он не настоящий Вайшнав. Vidhi Marga Ratha Yajna. First of all, you will have to regulate yourself. Вести, контролировать самого себя на пути Видхи Бхакти, если вы станете успешными в тот или иной день с помощью Харинама. Тот день я уже говорил, что те, кто по-настоящему принимает прибежище у лотосных стоп Кришны, Кришна, он не может их оставить. Они принимают прибежище навсегда, и Кришна, соответственно, тоже ответственная за тех, кто принял прибежище у него, он тоже принимает навсегда. И мы должны принять прибежище самым настоящим образом. Не должно быть не просто желания, а даже запаха постороннего желания. Бхакти-деви не может позволить нам, чтобы у нас были какие-то, не просто какие-то посторонние желания, а даже запах посторонних желаний, подобно тому, как камфора. Если вы камфору поместите в какой-то контейнер, в какой-то емкость, и даже через полгода, через год, емкость будет иметь запах камфора. Такие подобные. Бхакти Деви не может потерпеть никаких посторонних примесей. Много людей приезжают в даму, делают вид, что они принимают прибежище Гурудева, но они вроде бы совершают баджан, но они никогда не думают о том, как избежать аппарата. Это очень такой запутанный вопрос. И очень простой с того же самого времени. В том же самом времени, поскольку бхакти — это естественная функция нашей души. Жидкое состояние — это естественное состояние воды, но если холодно, то вода она становится твердой. But naturally, as per chemistry, has a natural property, liquidity. So your soul is supposed to run after Krishna, but cannot. Но согласно науке, естественно, состояние воды — это жидкое состояние, так и Кришна, так и наша душа в своем естественном состоянии, она всегда стремится к Кришне. Но если под влиянием аппарата, оскорблений, она не стремится к Кришне. В будущем я расскажу, как выявить оскорбления, как избавиться от них и как утвердиться на пути чистой преданности. То есть это сейчас это самый главный вопрос, как утвердиться в чистой преданности. Сейчас можно получить много посторонних вещей, но утвердиться на пути преданного служения очень тяжело. So you see, вот смотрите,
You will have to eliminate all, you know, apraat. Вы должны избавиться от всех оскорблений. Бхактинатаку говорит об этом и плачет, но никто не думает об этом, ну, об этой части, об оскорблениях. Люди совершают дама-апарат, нама-апаратхи, вайшнава-апаратхи, разные виды оскорблений. Никогда не задумываются о том, как можно избежать их и как же прогрессировать. Тогда. First point is there. Вот в начале всего. If in court, например, если в judge giving you death sentence, you are served with death sentence. Судья вам вынес смертный приговор, например, какому-то разбойнику. Case going on for so long time. Судили, усудили, вдруг решили passing this sentence, смертный приговор ему serving death sentence вынести. Now, it is a system that вот такова система, что перед, ну, повести он должен. И последнее желание спрашивает, что like тебе надо, хотим исполнить твое последнее желание. Ну, какое желание? Завтра в 5:30 утра меня повесят, я помру. Спрашивайте, что я хочу там поесть и прочее. Everybody should remember. Все должны помнить эту, ну, этот случай. Everybody should remember all the time, 100%. Помнить всегда на 100%, что мы умрем. Вскоре мы умрем. I am going to die. Then you cannot have any kind of desire. У вас не будет посторонних желаний, будете думать о самом главном. Same thing. И в то же самое время. When Parikshit Maharaj когда wanted to Parikshit hear Bhagavad Gita, хотел слышать Бхагавад Катху, Сукадев Госвами, я говорил вам раньше об этом. Сукадев Госвами сказал, о Махарадж, «Твам ту раджан мариши ити очинтайо, очинтайо». You go on thinking that you are going to die. Думай о том, you are going to что die. Ты умрешь. You are going to die. Сегодня или завтра. Go on thinking. Думай и размышляй об этом. Always. Всегда. Oh, I'm going to die. Then you can concentrate your mind. И тогда ты сможешь сконцентрировать свой ум, иначе это невозможно. If you promise me, still I don't believe. Если ты пообещаешь, не все равно не поверю. Я знаю состояние обусловленной души. Сукадев Госвами говорит, всегда помни о том, что ты умрешь очень скоро. Всегда помни об этом. Then after that, when whole Bhagavad Gita is over, потом после этого, когда Бхагавад Гита практически кончилась, 7 дней, non-stop Bhagavad Gita, без перерыва. You cannot go to market and earn money by Bhagavad Sapta. Говорил Харикатху, нельзя. It's not the system. Пойти на базар и зарабатывать деньги с помощью там Бхагавад Гита. Я могу проповедовать, но заниматься исключительно там, зарабатывая денег с помощью Бхагавад-катхи, это его не следует делать. И вот Шукадев Госвами 7 дней и ночей он говорил Харикатху Бхагавад-катху, и вот после того, как он закончил, Шукадев Госвами Парамахамса Ачарья, он опять сказал своему ученику, он закончил говорить Бхагавад-катху. Парамахамса Шукадев Госвами, who was speaking like that, говорил Bhagavad-gatha перед Бхагавад-катхой, «Твам ту мариши раджан ити атинчайо». Это слоку, что ты размышляй о том, что ты умрешь. Но после того, как он закончил говорить Бхагавад-катху, он хотел благословить Парикшит Махараджа и сказал, о царь, «Твам ту мариши ити пашубуддхи имам джахи». You are going to die. Он сказал, что если ты будешь думать о том, что умрешь, that kind of judgment you cannot keep in your mind. It is ты не можешь думать об этом, поскольку это суждение животного. Как животные могут думать о том, что они умрут? Вот это Шлока он сказал. То есть это пашубуддхи, это сознание животного, это обусловленная душа, которая боится. Почему? Поскольку в этом материальном мире у всех есть какие-то беспокойства. Нельзя найти никого. Пример приводит, что Махараш не беспокоится ни о чем. Without tension you cannot see. То есть нельзя никого найти, кого не было бы никаких беспокойств. How you are fearing?
И почему же ты боишься? Откуда такое беспокойство приходит? You forget Supreme Lord, that's why you забыл Верховного Господа, и поэтому ты боишься. You have nothing to miss. Беспокоишься, у тебя нет ничего, чтобы можно было потерять или обрести. Ты полный по своей природе дживатма. Если ты обнаружишь саму, полна нектара, полна блаженства. Беспокоиться от того, что она ищет удовлетворение не внутри себя, а снаружи. Бхакти-сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, наш Гуру Варга, никто из них во время Кумхамилы не отправлялся на эту Кумхамилу, чтобы... Я в то время не был на Кумхамиле, чтобы принять омовение в то время. Я совершенно не заинтересован в этом. Сутом ту Мариши Пашупуди Имам Джохи. Когда Гурудев дает вам полное сокровище и также дает вам способность принять это сокровище, тогда вы будете чувствовать полное удовлетворение в себе. Кто-то спрашивает, что у нас есть какие-то обязанности в нашей семье, в нашем обществе. Но Нарада, он перед Юдхиштхиро Махараджей говорил, что нет никаких обязанностей у дживатмы. Единственная обязанность — совершать Кришна-бхаджан. Это единственная обязанность дживатмы — совершать Кришна-бхаджан. Но мы говорим, что так много обязанностей и прочего. И вот Нарада Махарадж. Деварси бхутатма нинам питринам ная наям рини чаражана. Actually, деварси бхутатма нинам питринам наям рини чаражана. Sarvatmana jo saranam saranyam gato mukunda parihita kartam. All duties over, eradicated from root. Finish. What duty you have? You have no duty. The only duty is to do Krishna bhajan. Есть единственная обязанность — совершать Кришна бхаджан. Если вы совершите Кришна бхаджан, то вы удовлетворите, то есть все 14 миров будут довольны вами. Если удовлетворите Кришну, если Кришна будет доволен вами, то все... Вот когда мы совершаем арчану, есть такая шлока, в которой говорится, что если Кришна доволен нами, то автоматически все 14 миров, они будут довольны нами. То есть, если Кришна доволен нами, то весь остальной мир он тоже доволен нами. Антар вахир юди тапасаста таским. На антар вахир юди тапасаста таским. Павупад used to speak. You are going to sow astuti and penances heavy. Павупад is doing what use? Что мы с ним пытаемся совершать? Чайтана Махапрабху himself told. Осурьо топкаре тахи кива фор. You learn the word. You can get the nectar. Осурио топкари, those were demons. В шлоке говорится, что асуры, которые совершают аскезы, они могут совершать аскезы. Но как Хираньякашипу, как Хираньякша, такие немыслимые аскезы. Даже Брахма сказал, что нет никого. Не видели мы никогда во всех мирах, кто мог совершать такие аскезы, и в будущем тоже никого не будет. Ты уникален, но в то же самое время все твои аскезы бесполезны. Чайтанья Махапрабху говорит, асуро топкаре тахи кива фол. What do you think? Кива фол, what use? No use. So bhakti is very delicate. Бхакти очень деликатна, очень мягка, очень... So you see, actually, point is that those who are asur, they are also doing everything, but they cannot get anything. Тоже совершают что-то, но бхакти они не могут обрести. Хираньякшипу.
And Kumbhakarna doing tapasya. И Кумбхакарна, он тоже and совершал тапасию. He is begging benediction, then Saraswati comes with tongue and change. I get change. I like to sleep. You sleep. Когда он начал, совершился аскез и начал просить благословения, то Сарасвати явилась на его языке и изменила то, что он просил. В итоге он получил совершенно не то, для чего аскез совершал. И вот под именем Харикатхи и Харибаджана, если мы хотим быть обмануты, то есть Prabhupada нас обманывает Шрила Прабхупада, он снова и снова говорил о том, что вы пытаетесь понять Бхактивинодару, это поток учения Шрилы Бхактивинодакура, и тогда вы поймете разницу, где находится настоящая Бхактивинодара и не Бхактивинодара, и пытаетесь понять разницу между Бхактивинодара и нет, Бхактивинодара. Мы должны совершать эту сатсангу. Сатсанга не значит, что мы куда-то поехали и все. То есть наша сатсанга, садусанга, она должна быть непрерывна. Mentally, physically, always. Речью и if sometime you stop satsanga, you're going to fall. Остановим нашу сатсангу, мы пойдем все время. 24 часа. Non-stop. Без остановки. Сатсангана. Сатсангана должна быть у него всегда, иначе like невозможно. И вот я сейчас хочу переключиться на тему Шуда Бхакти. Kind of разные определения Шуда Бхакти согласно Бхакти Расамрита Сингху и прочему. Я могу это об этом очень долго point. Говорить, но в тот день я говорил now, I have one о том, что... Вот, Анавиласита суньям гьяна кармади анавритам. Гьяна кармади анавритам. And Анавиласита суньям. Now I have one question. Вот вопрос. Those who are gopikas. Что те, кто гопи? They have Татва Сидданта. У них есть Татва Сидданта. Татва Сидданта. Они знают или нет Татва Сидданта или нет? Татва Сидданта, they know. Or say they simply they love Krishna out of Tattva Siddhanta or they naturally they love but still naturally okay they have Tattva Siddhanta in them or not? It is in them. Then what is the evidence? When they come here to this world. Actually, Tattva Siddhanta is there. Знают ли гопи Tattva Siddhanta или нет? Krishna, they know the glories of Krishna, everything. Они знают всю славу Кришны и прочее. Но Мадхурия, она настолько велика, что она подавляет собой гьяну. Their heart is overflowing with love. Чувство их сердца, оно переполнено этим чувством, что они все забывают. Как я могу знать? Есть пример такой. Any example? You can give any sloka? Nakhalu gopika nandano bhavan akhila dehi nam antaratmadri. What is me? Вот это шлок свидетельство. Nandano bhavan. Bhavan means in Sanskrit you. Bhavan на санскрите значит ты. You are not actually the son of. В этой шлоке говорится, что мы на самом деле знаем, что ты не сын Ясоды. Ты везде, как параматма. Nakhalu gopika nandano bhavan akhila dehi nam antaratmadrik. Antaratmadrik? You are sitting inside the heart of every prani, jiva, and watching. So this is one kind of siddhanta. Это, very big Ganmar. Это Сиддханта, это Ганамар. But still they are speaking. Они говорят то, что they are spontaneous love. Их чувство любви, спонтанное чувство любви, но переполняет их, что они забывают Татву Сиддханту. But now I like to give you one example. Сейчас я хочу привести пример. You can get this kind of love. I mean, вы можете получить это чувство любви Рагануга Бхакти. Contagious disease.
So you can develop that kind of diseases. How? Заразные болезни. И как вы можете развить эту болезнь? Болезнь бхакти. Это тогда, если у вас есть общение с неким великим саду, и тогда развить такое же чувство, как я, как эти жены брахманов, как они развили такое же чувство Кришны. She used to pluck flower morning time. Поскольку Малини. And singing about Krishna, glories of Krishna. They hear. Собирала цветы рядом с ними и пела о славе Кришне и. Малини. Это. Speaking, singing. И они услышали, что же так прекрасно поет. Supreme Lord himself, he is attracted by his own glories. Посмотрите сам Верховный Господь. What to speak about? Привлечен своей собственной славой, как в Пури, в Нилачале, как кто-то поет. Who singing? Who knows? And now, Gita Govinda. И вот кто поет Гита Говинда? Кто-то пел Гита Говинду, и Шичтани Махапрабху сошел с ума. He's running. Он побежал. Govinda running. Prabhu, Prabhu! Ladies, ladies! И вот Говинда, он побежал за Махапрабху и сказал, что это женщина, Матаджи поет. И вот Махапрабху был очень благодарен, что, о, Говинда, ты спас мою жизнь, я саньяси. Если бы ты не спас меня, я бы потерял свою саньясу сегодня. Почему же Чайтанья Махапрабху убежал? Dhira samire jamuna tire basati bane banamali. I cannot speak more. It's very secret. So this is what kind of disease. Он побежал к тому, кто пел ее. И вот эта бхакшина подобна заразной болезни. Эти жены брахманов, они только потому, что услышали пение Малини, которое собирал цветы там. Они начали сокрушаться. Они никогда не ходили в Гурукулу, они не изучали ни веданту, ничего. Но как они развили это чувство безумной любви к Кришне? They are actually lucky. Они очень удачливы. Oof. We are missing everything. They are начали сокрушаться о том, что мы все теряем. Now point is that I like to discuss this point. And вот that point, another point is very vital and it will take long time. Сокхия парокхия. I just discussed it. You can get 2 days ago. Два дня назад говорил об этом. It will take long time. То есть это очень обширная тема с разных углов. Я обсуждаю это. Сокхия и парокхия. Jiva Goswami Pada, disappearance day was discussing that somebody speaking, the Jiva Goswami Pada is not in line with Rupa Goswami Pada and Sanatana. Jiva Goswami Pada, он не в линии. We say they are beasts. Rupa и Sanatana. Мы называем этих людей животными, которые more than beast. Думаю так, даже более чем животные. Они не знают. How Jiva Pada wanted to Jiva save us. Он хотел спасти нас. Because just half an hour ago, I told you, полчаса назад you are mixing сказал, everything. Мешаем все в одну кучу. Cheat and achit. Achit. Transcendental and material. You are getting confusion every fraction of second, every now and then. Всякие... How we can expect that you can do что и где и как в таком состоянии можем совершать органы. Садгуру меле вед батаве. ज्ञान करे उपदेश कैला का मैला छूटे जब आंख करे प्रवेश तुलसीदास जी स्पीकिंग तुलसीदास जी говорит सद्गुरु मिले इट इज द ड्यूटी ऑफ सद्गुरु это обязанность सद्गुरु टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू ए डोंट डू दैट чтобы सद्गुरु говорил что нужно делать а что не нужно и сад Он должен направлять нас он должен показывать нам разницу между истинным то есть вечным и невечным И тогда, когда вы успешны, вы принятие его наставления, принятие его учения, если сможете следовать его правилам и предписаниям. И вот, и тогда в этой
если в этой жизни вы можете умиротворить свой ум. Кришна Бхагаван speaking in Gita, in this life if you can get balance, equipoised, if your heart, if your mind, everything balanced. Yahivo tvair yitam jesham samya sthitam maha. His mind, if I find your mind is balanced, then you can come out successful this life. Yahivo, in this life, is a vital question. So you see, are you speaking about Malini? Ну, сможете усмирить свой ум, тоже станете успешными. И вот эти жены Брахмана по милости Малини, они получили милость. А их брахманы, которые все это изучали, они ничего не получили. Ма куру дхано жано жоубана гарвам харати нимешад кало сарвам мая мая мидам акхилам хитва брахма падам провиша видитва. First two lines we must accept. The second line is Mayavati's. Still I am speaking total. Ма куру дхано жано жоубана гарвам. Never try to express any kind of vanity. If you have education, if you have your money, big property, you steal. Anytime you can go away from this material, leaving everything. Следует цепляться и гордиться за какие-то наши материальные достижения, происхождение, богатство, поскольку когда мы будем оставлять этот мир, все останется здесь. Единственное, это бхакти, и преданность нашему гурудеву мы можем взять с собой в следующей жизни. Все материальное образование, оно останется здесь, только что-то связанное с духовным мы можем взять с собой в следующей жизни. И вот Аннавилас объясняет эту штуку. Почему Шрила Рупа Госвами говорит Аннавиласита? Причина какая-то есть. Вишвана Чакравартипад и прочие. Actually, those devotees, they cannot have any kind of desire inside. It is not possible. Преданные в них не может быть никаких желаний в сердце. Их сердце полностью чисто. If you can understand, если вы поймете, the heart of Chaitanya Mahaprabhu. Сердце Чайтанья Махапрабху. Not writing any book, nothing. Чайтанья Махапрабху не писал никаких книг, ничего. Он просто оставил шикшаштаку. But be sure that но будьте уверены, что шикшаштака в восьми шлоках. So that's шикшаштакам, you see, вот это шикшаштака. Она of all the volumes of book compiled by всех Госвамис. Книг, которые созданы Госвами, которые написали Госвами, это суть всех book, книг, всех учений. Это шикшаштака, саммандха, абхиде и прайоджина. То есть он. Найанам галадасудхарая, баданам гадагадуруддхаягира, пулакайр ничитам бапу, кадатва нам гхуни бхавишвати. This is the key. I am giving you the key. Это ключ. Я даю. To open? Ключ, чтобы открыть этот секрет. It's key, actually key. То есть это шикшаштака, подобно ключу ко всему остальному. When you can feel the tears coming. Когда вы чувствуете, что слезы катятся у вас из глаз. By Harinam. При произнесении святых имен. Nayanam galadasudharaya, badanam gada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 gad
меняется все, что происходит на пути Харинама. Намасрай кари жатане туми, тако хо апоно каже. Каже мин?
Hari Seva. You have to take center of Harinam. You are not taking center. You are doing Harinam. Maharaj, 25 rounds. Harinam. One Harinam, you can, if you, I can discuss this point, so vital. In your whole life, you can, if you can speak out one Shuddha Nam, you are so lucky. Shuddha Nam. Произнесете чистое святое имя, если после великой удачи оно снизойдет с ваших уст, то вы достигнете величайшего успеха. То есть обусловленные души повторяют Харинам, но Харинам не совсем настоящий Харинам. Шрила Прабхупад, когда он сказал, смотрите, что сказал Шрила Прабхупад, должны помнить всю свою жизнь после... To do Harinam жизнь and to meet with Шрила Прабхупад Кришна is сказал, что совершать Харинам и встретиться с Кришной это то же самое, что он имеет в виду. To do Харинам and to meet with Кришна or встретиться с Кришной это то же самое. Kind of Harinam. И вот подумайте, что за Харинам. Попа speaking this thing. И вот Шрила Прабхупад говорит. And to meet with Krishna is all same. Это то же самое. Как совершать Харинам, думайте. It's very... One day, I can come and discuss this point. I'd like to speak one example. Very nice example. Приведу превосходный пример. Много лет назад, когда Шри Чайтанья Махапрабху был установлен, много преданных приходят, маленькие, не очень. Кому 10 лет, кому 15. Someday, кому больше, и вот однажды они сидят и собрались под деревом и говорят. Это в Чайтанья Махапрабху было. Бхакти Маюк, Бхагават Госвами Махарадж, он из Брибхума. Он уже оставил этот мир. Вот он мимо проходил. What discussion going on? No, no, no. О чем тут говорите? Let me know. Ну, не скажу, нет, говорите. Я ваш брат в Боге. Давайте, рассказывайте. No, actually we have some doubt. Ну, мы what вот doubt? Сомневаемся. В чем сомневаемся? На самом деле, Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он настолько возвышен. Он личный спутник Шримати Радхарани, и он дал нам Харинам. Но мы результаты не видим. Вот уже 2 года, кто-то 3, кто-то 5 повторяет. Плодов Харинама не видать. И сомневаемся. Вопрос очень важен. Мы все знаем, что Шрила Прабхупад необычная личность, он сверхчеловек, он должен быть сверхсущество. Он с ней зашел с Голоки, он сам личный спутник Верховного Господа, а мы повторяем Харинам, а толку чуть не наблюдаем. И вот сказал, ну садитесь, я пример приведу, и вы все поймете. То есть у вас не должно быть никаких сомнений. И как уже пример, смотрите. Ну, например, ребенок около 4 или 5 лет. If somebody coming and giving a huge property, billions of dollars, and giving all papers to his head, будет очень рад. А ценные бумаги, акции, облигации, ему он не понимает значение ценности всего этого. И вот так же Хануман дал ему ожерелье, а этот, ну, он обезьяна, что он взял его. И раскусил каждый драгоценный камень из этого ожерелья. Но для обезьян бананы хороши, а всякие украшения толку нет. И вот Тивика Махарадж, он был из Даки, из Бангладеш. Он на бангладешском бенгале говорил. То есть, ну, это для бенгальцев, но не все понимают. He's speaking in crude Bengali language. То есть, это такой грубый бенгальский язык. Суара Сенекосу, а Бандара Синекола. It's crude language, because from Bangladesh. What does it mean? But those who are pig, they can understand stool, nice night, kosu.
one kind of growing and useless that they like. And bandar monkey. Ну вот как подумать, как ну для свиньи. And we like green banana. Для свиньи они питаются испражнениями, это для них представляет ценность, а для обезьян бананы. One piece green banana, take and go. Jeja thaman prapotante tanste. You are serving me, take green banana, go. Krishna going to give payment, but Krishna cannot pay us. When Krishna finds there's a tremendous love. Krishna cannot pay anything to Brajavasi. Krishna, он не может отплатить за их бесконечную любовь. Он не может ничем отплатить. Anything to Brajavasi. Brajavasi. Krishna can pay you and me. Krishna нам, но всем остальным может дать то, что они хотят. This is the condition. А если преданный хочет только служить Кришне, Кришна. Why Rupa Goswami не может отплатить за его любовь сполна. И вот почему в этом штуке упоминается слово «Анибхилашита», что те преданные, у которых нет никаких желаний, но так или иначе, иногда, находясь в каком-то состоянии, преданный случайно может скрикнуть: «О, Кришна, спаси меня!» И вот чтобы исключить влияние этого шанса, слово «Анибхилашита» используется, но нет ничего плохого. Поскольку этот преданный, он не спрашивает ничего у Кришны. То есть чистый преданный, он ничего не просит у Кришны. Он не может даже сказать, что Кришна, иди сюда, я даю даршан, яви свой даршан мне. Чистый преданный не думает и не желает этого. Шрила Прабхупад никогда не молился Кришне, чтобы Кришна пришел к нему и явил свой даршан. В то время было большое наводнение. Шрила Прабхупад, он захотел, чтобы Кришне поднесли параману. И вот Шрила Прабхупад повторял Харинам и думал, что если я смогу манго, будет манго, мы сможем предложить манго Горан. Но в то время это был не сезон манго, манго невозможно было. Была зима, и манго и не пахло. И вот Шрила Прабхупад совершал Харинам, и вдруг внезапно какой-то мальчик пришел: «О, да, бери манго». И Шрила Прабхупад взял, смотрит, что такое. И он, вот мальчик быстро ушел. Он отдал манго, и все. Сам Гуранга пришел и дал ему это манго. И вот как Рупа Госвами подумал, если Санатана приходит, если я могу сварить параману и предложить Кришне, предложить ее Санатане, и вот. Только подумал об этом уже. When Rupa Goswami cooking after that offered to Krishna. Then when Sanatana Goswami taking prasadam, Sanatana Goswami just took принимал prasadam, этот прасад, он soaked up. Он был шокирован. Rupa, он спросил: I am taking Rupa, я almost, принимаю параману каждый weekly or monthly, не часто. But what is this parama? Что за парамана? Like, она see, подобна like current. No. If I put parama, no, I see. Она подобна, но электричество, прикасаясь к ней, он чувствует, что это очень необычная парамана. Kind of, и он сказал ему, это Радхарани, сама Радхарани пришла сюда, чтобы приготовить эту параману, и не надо просить у нее, поскольку мы счастливы тем, что Радхарани находится с Кришной, этим мы счастливы. Мы не хотим приказывать Кришне, чтобы Кришна пришел сюда, дал нам даршан и прочее, прочее. Но все же преданные надеются, что Кришна явится нам. Мадхавинда Пурипад тоже молится об этом. То есть это другое, но мы не можем приказывать Кришне, что Кришна, иди, приди сюда и покажись. И вот, чтобы вот это условие исключить, используя это слово.
That's why on Vilasita Sunyam. Поэтому они в Виласита Шуньям это используется слово. And gyan karmadi anavritam. Anavritam. There should not be no trace. But about gyan karmadi anavritam, unveiled. There should not be any covering of gyan karma. Why Rupa Goswami was not speaking on Vilasita Shunyam, gyan karmadi shunyam, not speaking like that. Get some guidance. Благословить меня, я смогу получить. I can discuss this one. Everything is there. Rupa Goswami speaking. Все по их благословению. I can get guidance. That time no problem. So. И тогда я смогу получить должное руководство. И вот он бабки. If I like to get some knowledge. Хочу получить знания. If I am sincere, если достаточно искренне принял прибежавшего Гурудева, следую ему. Адо Гуру Паспадасрая. First of all, you have to accept your guru. Должны принять его. Then your diksha get revealed. At present opposite, the situation totally opposite. Hey, come and take diksha. Сейчас наоборот, сначала раздаю дикшу. First of all, you see, you can accept your guru from heart. То есть, вначале всего всем своим сердцем должны принять гурудева. Я много раз приводил пример народам такого. Before taking arinam diksha. Получить харинаму дикшу, он принял гуру. То есть это мой гуру. Я открыл журнал и там видел фотографию гурудева. Я не знаю, кто внутри меня сказал, что это твой гуру. Я принял его всем сердцем. И вот смотрите, вначале всего адо гуру подошел. If somebody giving you one guidance, если go, go. Кто-то there вам, are many people coming and taking shelter there. Что многие вот идут nice. И принимают прибежище вот у того гуру. Nice вы тоже можете принять хороший гуру. Then your guru, how you can come out success? Как вы станете успешным? From your heart, you accept something. Like one ladies, I told you. Если many times this гуру, то тогда вы станете успешным. Self choosing. That girl, I mean, и вот the потом daughter того, of king, как вот раньше было такое обычай, что дочь царя, она сама выбирала себе мужа. Была такова система. Много могущественных людей приходило, много царей, но Драупади, она пришла и выбрала вот именно Кришну. Такова система. There is no force. I mean, indication, inspiration can come itself from heart. Вдохновение, оно должно прийти в сердце. Otherwise, by иначе, somebody giving information, there you go, a nice guru there. Если кто-то будет нас там, толкающий, прими, прибежи, там или тут много людей, вот у него принимают, и ты тоже. You are misguided. Не то вы просто обмануты. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, don't be busy. Не пытайтесь быть заняты don't тем, be busy. To accept guru. Чтобы принять you гуру. Wait and see. Вы ждите и смотрите. If you are 100% если вы достаточно искренне, то это обязанность Баларама послать гуру вам. И в тот или иной день вы получите гуру. Если вы достаточно искренне, то сердце скажет вам, что вот он мой гуру. Иначе вы будете подобны обезьяне, которая прыгает с одного места на другое. And и I вот told you, я сказал уже, что у вас никаких обязанностей. This look, I forget to speak вот, я забыл это слово произнести. Yathendriyanam tathaiva arhanam ochitejya. You are giving water. The root of a tree. Вот, поливаете. You are not watering here and there. Корень дерева вы не поливаете, листья, ветки, прочее. А то есть, если вы поливаете корень дерева, то все дерево получает питание. И подобно этому. Прану пухарасу ятандриянам
Tatayiva arhananam ochyuteja. By ochyuteja, by worshipping Krishna, поклоняясь Кришне, you can complete all your duty. Исполнить все свои обязанности, все свои обязанности будут исполнены. Просто поклоняясь Кришне. So annavilasina sunyam gyano karmadi anapritam. Karma mean fruitive activities is prohibited. You are cooking for Krishna. Они тоже запрещены. Going to market for Krishna. Готовим для Кришны, идем на рынок что-то покупать для Кришны. Поклоняемся Кришне, стираем для Кришны и прочее для Кришны сева. I mean, all your activities should be related with Krishna. Действия, они должны быть связаны с Кришной. Even if you are sleeping, даже если вы спите, that also should be a one kind of тоже должны спать для Кришны. Это тоже должно быть формой преданного служения. Понимаете, что я говорю? My sleeping is also bhakti. Мой сон это тоже бхакти. Если я нахожусь в таком состоянии, то тогда я. My taking rest sleeping also one kind of bhakti. Тогда это правильно. It is not a spin, because related with Krishna seva. То есть это тоже связано с Кришна сева. So this is high thoughts. И вот это очень высокие мысли. So you are doing all activities. И вот совершаете разные действия, но вы не карми. No fruitive activities is there inside you. Нету. You are doing действия ради их плодов. With the mood of seva. Совершаете это с желанием служения. Those gopikas, they are putting ornaments, everything, они nice garments. Они украшают себя. They have no interest. Nothing. Ради Кришны. Only to satisfy Krishna. Чтобы Кришна был ими доволен. Only to satisfy Krishna, nothing else. You can think, oh, gopikas doing, if I do, what problem in it? You can do. These gopikas, they are doing everything gopi, for the satisfaction of Krishna. Абсолютно все для удовлетворения Шри Кришны. You can do it. Если мы можем это делать, то мы тоже можем это делать. So all activities, all of your activities, действия должны быть связаны с Кришна Бхакти. Then there is every action, Кришна Бхакти. Ну, во всем должно быть Кришна Бхакти. So Navilasita Sundam Gyano Karmadi Anavritam. Karma is allowed, but it should not be fruitive. Karma тоже позволено. Gyan is also allowed, it is related to Bhakti. Но они должны быть связаны с Бхакти. Gyan is not prohibited, but Gyan is Gyan allowed. Она не запрещена, она разрешена, но она должна быть с Бхакти связана. So, Gyan Karma Adhyana Pitam. Вот. And then third point is Anukulena Krishna Adhyana. Here, big problem. Big contradiction from different angle, judgment coming. We from different angle this over this point. Long discussion should be there. Anukullena Krishna nu sunanam. Anukulle means favorable. Favorable. Now point is that favorable you see favorable, okay? And now Jai Vijay coming here. Jai Vijay and Krishna like to get the taste of Bir Rasa fighting with them. Jai Vijay and you. Krishna like to fight with them. Krishna like to get some Virasa. Однажды Кришна хотел получить вкус вирасы, и он послал их, чтобы было с кем сражаться. Равана, Кумбхакарна, Шишипал, Дандаваркара. So those demons, they are attacking Krishna. It is favorable for Krishna. So is bhakti? То есть это, если демоны они дерутся с Кришной, why not? Бхакти ли это? И почему нет? Но если Кришна хочет подраться, они, это же бхакти, они дерутся с Кришной ради его удовлетворения. И вот в Вьякаране, в грамматике говорится. Exaggerated form. This word, this is bhakti, if I speak, Krishna like it, so it is bhakti. It is over-exaggerated form. Over-exaggerated, it's not good. We cannot fight with Krishna. Не можем сражаться. Come on, this is the Krishna gonna like. So what do you mean by anukullena? Что значит? Why you speak anukullena? Anukullena. So come on, man. Anukullena means anukullena. The absence of adversity. Pratikulya is not there. That's why anukulla. Now again fighting coming. If pratikulya is not there, then it is anukullena. It's not okay. Come on. Then one pitcher. One pot is there, mud pot. It is not against Krishna Bhakti, so it should be anukulena.
То есть это благоприятное и неблагоприятное. То есть, again, come on. Если что-то не мешает бхакти, то это еще не значит, что это again, помогает. Yashodama, и вот, Yashoda. Breast, actually, sucking milk, Krishna taking milk, and the lap of mother. Then mother putting Krishna, hey, you see, I'm going to oven, because... Milk. И вот когда Яшода кормила Кришну, и вдруг она там молоко еще кипятила, надо было выключить это молоко, и Кришна очень разгнивался. Кришна, ну, поскольку Яшода оставила Кришну и пошла заниматься молоком, он разгнивался и взял камень, разбил эти горшки с молоком, йогуртом и убежал. И вот Яшода подумала, кто же это делает, наверняка Кришна, где он? Дамодараштакам, very nice villa. И вот это Дамодараштака. He's searching, where is Krishna? Krishna also looking, mother coming or not? He's very afraid of mother coming or not. Кришна очень испугался. And distributing, I mean, makan, butter among monkeys. Now again, big problem coming. Ну, еще раз раздал все масло обезьянам. И вот. Oh, it was already there in oven, so Krishna don't like. So it is not bhakti. Yes, it's bhakti. Bhakti или not doing any bhakti? Не бхакти. Why Krishna become very angry? Do you told Anukarnika? Поскольку вроде она делает. You told Anukarnika. Благоприятное для бхакти, она кипятит молоко, но Кришна недоволен этим. Бхакти это или нет, такой вопрос. Then Vishwanatha Gopal. Guru Bhagavad speaking, no, no, this is not the point. Vishnu Chakravartipat объясняет, что Яшода to save the meal because this special kind of meal. Почему она побежала туда? Four or five cows are there, Samoli, Dhavali, Pandini. Вот I have some special kind of коров. Flavor. У этих четырех коров. Молоко с ароматом лотоса, и Кришна очень любит это молоко. Молока много, 900 тысяч коров у Нандамахараджа, и 12 миллион 200 тысяч у Вришабану Махараджа. То есть молоко у них более чем достаточно. А почему Яшода? Она Yashodama running to save that milk for this. Побежала именно вот это молоко спасать, поскольку это молоко особое молоко. Кришна любит это молоко, и поэтому она хотела спасти это молоко. And in the meantime, those milk, they like to, jump into fire. Это молоко, we don't like to live. Оно, we like to die. Those milk. Это молоко, оно хотело все сгореть. We don't like to live anymore. We like to give our life. Это молоко решило убежать. Because we cannot come into the service of Krishna. Не может. Это молоко думало, что не может служить Кришне, поскольку Кришна уже наелся материнского молока, он же не будет нас есть, и это молоко решило там умереть, оно решило пойти сгореть на огне. Но Яшода, соответственно, спасать побежала. One dust particle pertaining to that transcendental world is more valuable than infinity material world. Мельчайшая частичка трансцендентного мира, пылинка, она больше, чем вся эта материальная вселенная. Почему? Поскольку это позитивный мир, а тот негативный. Negative 1, minus 1, minus 2, minus 3, minus 5, minus 100 is less than minus 1. The baby number is high. Отрицательное число, оно может быть больше, но меньше любого положительного числа. Также с трансцендентным и мирским. So this is positive one, this is negative one. All the summation, if you do add the valuation of this material world, total, still one dust particle is more, and Golok Vrindavan is more valuable, more and more valuable than infinity material world. If you put one side, one dust particle. Simad rupa padambuja dhuli swam janjan. Dante
Nidhayo tina kampadayor nipatya kakushat etadaham babrimi. He sadhavo sakalameva vihayudura chaitanna chanda charane kurutanuragam chaitanna chanda charane kurutan. Prabhupadananda Saraswati speaking. И вот Прабхудананда Сарасватипад говорит, я прошу вас всех, он просит нас, оставьте все, пытайтесь развивать любовь к Чайтанья Чарану, к духовному, к трансцендентному миру. So I am speaking that those milk like to jump into fire is a false philosophy. Nothing false. То есть нет ничего. Nothing false there. Неистинного в том мире, даже если молоко хочет, но совершить самоубийство в огне из-за того, что оно не может служить Кришне, это тоже правильно. But if anukulena, okay. But that anukulena have some different kind of diversity. Those who are Brajavasis, they are doing service, have some diversity. All they are doing служение, seva, Krishna. Они все совершают служение Кришне. Doing? Have some diversity. Speciality. Every. Хануманджи. У них всех какое-то особое служение. Хануман Рамачандра. Have some speciality. Панчаманда doing service Krishna. Some speciality. Кунти Деви особенность. Even in within Панчаманда, Панчапан, Love Krishna different way. Панчапандава, Бхима и Юджи Ширани по-разному все любят Кришну. Different way. Krishna is like diamond. Кришна, он подобен diamond, бриллианту. И если бриллиант поместите под луч света, то он будет отражаться множеством лучей. You are speaking, Maharaj, I am speaking violet color coming. You are кто-то saying говорит, red, цвет, and she is saying, I mean, green красный, color. Красный, кто-то зеленый. No, everything is. И кто не прав из них? Все, from все правильно. From different angle, because surface. Поскольку. From different angle, different kind of refraction of light, so everybody. So Yudhishthir Maharaj is well. Панчапандава, вся семья Панчапандав и Драупади, ее любовь к Кришне. Кунти Деви любит Кришну. Они все особым образом. Уттара. И вот Уттара. Бхакти Уттары. Качество Бхакти Уттары. Он больше, больше. Вы не можете понять, как Кунти Деви. Вы уже написали книгу о Кунти Деви. Махараш написал книгу о Кунти. О Кунти Деви. Но преданность Уттары, она выше. Как это понять? How you understand that that Uttara's bhakti more high? Why? Kunti Devi loving Krishna. Kunti Devi loving. Draupadi also. И Драупади тоже. But at the time of danger, во время опасности, это Драупади, она думала, что Бим может заступиться за меня. Бим что-то ничего не сказал. Может, Юдиштхир, но Бишма наверняка заступится за меня. Он может решить мою проблему, но что-то молчит. After that, if и вот после того, как она же перебрала всех, всех, только к Кришне обратилась. Why not first? А почему не сначала? In beginning, you are calling Krishna. Krishna told this point. То есть Кришна сказал. Why you not call me in the very beginning? Ты не позвала меня с самого начала. Well, I know you call. Я знаю, ты звала меня, но не так, как надо, и поэтому пришел тогда, когда ты как надо позвала меня. Но Уттара, Уттара Деви, когда видишь, что что-то о, Говиндо, first hand. Случается неблагоприятно, она сразу зовет Говинду, чтобы он спас. О, Кришна! О, Кришна! Она зовет Кришну, чтобы Кришна спас ее. В Бхагаватам это описывается. То есть в самом начале Уттара она называет Кришну, никто не может понять это. В Гора-лиле тоже. Вишну, преданность Вишну-при никто не может осознать.
Vishnu on Vishnupriya, I write one book, nice, compiled, very nice. Vishnupriya, those who reading, they enjoy, but it's in Bengali. Книгу. I have no time to translate so many. So nice. All sahajiyas, they are putting some rubbish. Siddhanta, I cut everything, throw and pure. So nice. Anyway, this way, you see, annavilasita sunyam, jnana karmadi anabhitam, and now point is the anukullena Krishnaji. It can be many, many anukullena. All devotees there are anukullena, doing bhakti, have some diversity. Each of them have some speciality. Now, how to select out of them? Already Guru Bhagavad was speaking, you need not think anything. Anukullena means Radharani. Нothing, you need not think anything. You need not play your brain. Преданные, разные, why you are playing your brain? Так или иначе, они... Anukullena means Guru Bhagavad was saying Anukullena значит Radharani. Radharani is bhakti, Radharani is love, Radharani is seva. 100, more than 100%. То есть, но преданность Радхарани, она полностью одобрена Кришной. Радхарани и Чандравали fighting. Даже когда борьба идет между Радхарани и Чандравали, но мы уважаем эту борьбу, поскольку она все для Кришны. Nice meaning. They are all doing by Krishna Seva. Попа speaking this point. И Шрила Прабхупада говорит, что если есть какой-то... If there is big fighting for the one common objective of Krishna Bhajan, then we can give salute to this one. Fighting is okay. Okay, you fight. So, Guru Bhajan sometimes Krishna Bhajan, it's not a material. You think a material people fight. Not like that. Но они подобны материалистам, нет, они с огромной любовью это совершают ради служения Кришны. So no problem. This и way, нет никаких проблем в этом. И вот. This way we see, fighting is also approved. So Krishna bhakti is so excellent, beyond any description. I cannot give any description for Krishna bhakti. It's so complicated, so excellent. No kind of formula can stand. Regarding Krishna Bhakti, она настолько превосходна, настолько возвышена, что невозможно описать ее какими-то формулами. Оно подобно змея, подобно зигзагу, и также любовь, бхакти, преданность к Кришне, оно зигзагообразно, подобно змее. Why? I don't like to talk with him. And then you like Krishna. So you cannot understand. The twisted, very twisted, вот very тяжело понять. So you have to go up to that level. Мы должны возвыситься до того уровня. You have to go up and up. Don't go down. Go up and up. Возвыситься выше и выше. All kirtan. И всякие киртаны вы должны совершать. Помните Рупа Рагунатха. Jodi bhajan korbere, Rupanuga bhajan. You call Rup Raguna day and night. Every fraction of день и ночь, каждую часть секунды о Рупа Санатана. Under the guidance of Rup Sanatan, only Rupanuga Bhajan is possible. И только Рупануга Бхаджан может совершать только под руководством Рупа и Санатана. Rup Raguna or Sam Siddhanta. Rupa Raguna. Until and unless you can go up to that level, you cannot expect that you can do Raguna. I cannot cheat you. Не сможете следовать всему их учению, вы не сможете совершать Рагануга Бхаджан. Я могу показать вам много свидетельств из того, что говорил Шрила Прабхупада Шрила Бхактивинода Тхакур. Это большой вопрос о бхакти. Шрила Санатан Госвамипад giving very, very nice comparative statement about bhakti. Он дал такое сравнение бхакти, что Хануман совершает бхакти, Ядавы совершают бхакти, Панчапандавы они тоже совершают бхакти, все совершают бхакти. И вот после этого Санатан Госвами you cannot realize, come on man, you don't know who is you, who are you, you don't know. Then what level you have to go? Говорит нам, ну, а что? What level you will have to go, you think about that. Осознать свое положение. Вначале все нужно осознать, кто мы, и осознать, до какого уровня мы можем, нужно возвыситься.
И нужно следовать согласно уровням. Нельзя прыгать через ступеньку. Very, very nice many discussion over bhakti. Categorically like to speak вот about anatta, these, that, but time is very limited. Ну, есть много чего рассказать о бхакти, но это много времени займет. So what time now I will to go? Следующий раз я могу. 7:20. So if you have any question, you can speak. Если есть вопросы у кого-то. Sanatana Goswami represent the Sambandha. Sambandha. And Rupa Goswami is Abhideya. Abhideya. And Raghunath Das Goswami is Prayajantata. But in the line of the Manjari Bhakta, we recognize Sri Rupa Manjari as the leader of all the Manjari. So I always thought, why he was not the Prayajantata instead of Abhideya? Actually, you see, I'd like to discuss one point before giving answer to you. We all doing Sankirtan, Naam Sankirtan we are doing. Yes. Now you know, Naam Sankirtan, Harinam, Harikatha, Naam Sankirtan, Harinam, Harikatha, out of 64 folds of bhakti, Savanam Kirtan is also bhakti. Составляющих бхакти, Шраванам Киртана, это тоже бхакти. Мы практикуем бхакти, но будьте уверены, что все обусловленные души Шраванам Киртана. But for those elevated souls, I mean, Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, and Guru Varga, bhakti, но для Through Sankirtan, you are practicing. То есть мы для it нас is one kind of bhajan. Путь это для нас bhajan. But there, when doing Sankirtan, они, когда совершают Sankirtan, это prayojan tattva they are getting. Они получают prayojan tattva через Sankirtan. Now Sankirtan, you are also doing Sankirtan. He is also doing. She is also doing. Вот он и он совершает Sankirtan. But all those people, they are doing it is one kind of bhajan mode. Их, ну, but for that kind of bhajan, devotee, elevated soul, it is not one kind of bhajan mode. Не they give him actually prayojan tattva. Prayojana. Are we? I mean, what you are going to get? То есть это то, к чему мы стремимся, понимаете? То есть они получают праяджан-статву в этом, и вот он погасает пад. Объясняет. Jardhano sampada. We are doing? Why? Rupa Goswami leading part. Rupa Goswami giving. But Rupa Goswami swaying you. Говорит, but through Abhideya itself you are giving prayojantattva. Говорит, что через Абхидеву можете получить прайоджантатву. Do you think Goswami, so what? Through Rupa Goswami giving Abhideya perfectly how to, but through Abhideya you are itself getting that thing. So what wrong? So what wrong? No problem. Ну и также это Абхидея может быть проявлена для совершенной души. Они совершают киртан, харикатху. Они совершают баджан таким образом. Они совершают харинам и получают прайоджан-таттву. Цель. Еще какие-то вопросы? No, first of all, you have to discover your relationship. When you marry one man, you see, first of all, you develop relationship. Shamanda Vyan. Then you can serve your husband. If at all there is no Shamanda Vyan, then your marriage is totally failure. Shamanda Vyan, if you have no awareness, то есть, кто есть кто, вы ваши отношения, то это бесполезно. But that you will have to discover that point. That discovering procedure is called bhajan. It's already there. Yes. But how to discover it? That procedure itself is bhajan. Yes. By Guru Kripa. Without Kripa, even one inch you cannot go.
без милости мы даже надеем, мы можем, не можем продвинуться, то есть ведь с пути Рупануга Баджана мы должны плакать, мы должны молиться о милости. Рупануга Баджан значит, мы должны день и ночь плакать. Гаудия Баджан значит, мы всегда должны поливать слезы, мы должны молиться о милости. Гургишу Дазбабаджи Махарадж. Однажды к нему пришли люди, спрашивают, как обрести Кришну, сможете процедуру показать. И Бабаджи Махарадж ничего не сказал. Бабаджи Махарадж сказал всего одно слово. Вы должны плакать день и ночь для Кришны, ради Него. Можете ли вы плачете, когда потеряли какие-то деньги, какой-то сын, родственник, муж умер. Ну, а Кришне вы никогда не плачете. И как вы можете надеяться, что Кришна явится вам? Как вы можете надеяться? You have to love, tremendous love. У вас должна быть огромная, бесконечная любовь. Я не могу объяснить это. Это невозможно. Это осознание. Вы должны по милости осознать это. То есть просто словами выразить это невозможно. Я не говорю какие-то лекции. Я говорю о том чувстве, которое Гурудев вложил в мое сердце. Я не какой-то лектор университетский, я не философ, чтобы вы можете надеяться получить какую-то лекцию от меня. Мне, но язык не так хорошо подвешен. А что вы можете надеяться получить от меня? Вот с вас мне Бхаван Чакешави. Это то чувство, которое Гурудев вложил в мое сердце. Я могу поделиться им с вами, если вы по-настоящему заинтересованы. Еще какие-то вопросы? What is seva? Seva is to satisfy whom you serve, you have to satisfy him. Что такое служение? Служение – это то, чтобы объект нашего служения был доволен. И вот вопрос. И вот однажды, ну вот пример такой приложен. Зима была, и вот. И вот однажды, как Гурудев приехал к своему ученику в какую-то деревню, и вот. Гурудев, what you are doing? Нагрел воды, чтобы омыть вместо стопы Гурудева. Но зима была, поэтому воды нагрели. И вот, но Гурудев доволен был. И потом, летом уже Гурудев приехал, он то же самое сделал. Он взял, нагрел воды, чтобы омыть стопы Гурудева. Но было очень жарко, и толку от этого не было. By Guru Kipa, you must understand this technique, how to satisfy Krishna, Guru Varga. То есть мы должны делать для удовлетворения Гуру Вайшнавов. Поскольку Асфайлоя Ваджа, that doesn't mean you can go directly to Krishna and submit. Krishna, мы не можем просто прийти к Кришне и предаться ему. Это не то. Submission always through one Guru Vaishnava. Not directly. There's no way. Кришне через Гуру и Вайшнава. This is the regulation. Это. No other. Then, any more question? No question. Еще какие-то вопросы? But then what is our duty towards our parents and relatives, their affair, what is actually... That answer I already told you. I told you, you will have to do each and everything in relation to Krishna. Вопрос, I don't say that you leave your wife and go to forest. I never advise like that. Нас, я, но я не говорю, что нужно оставить жену и уйти в лес. Я не говорю об этом. Вы живите своей семейной жизнью, но вы должны знать путь, через который вы должны совершать баджан всем своим существом, всеми действиями. Jejan in Bengali it is written. В Бенгале говорится. Jejan Krishna Bhaje Sejan Ha Chatur. Chatur means clever. Very smart.
perfect friend. So you will have to relate everything with Krishna Bhajan. Maybe your father is there, mother, yeah, children is there. Том, чтобы, ну, so I'm not saying that God, everybody can leave everything and run. Есть, ну, я не говорю, что все связать должны собраться в лес. Нет, это не так. Если пойдете в лес, то ваш материальный ум за вами пойдет в лес. Сидеть в лесу и думать о Бомбее, о Пуне, о Кришне там не будет. И вот ум, ваше мнение, все подвешено, в подвешенном состоянии находится. So try to clarify this mind. Чето дарпана марджанам. Не может быть пустым. И поэтому ум с помощью шикшаштыки. Пурнамитуасваданам сарватма снапанам парамбиета Си Кришна Санкиртанам. Мы должны очищать только Си Кришна Санкиртан. Это наш девиз. Си Кришна Санкиртан. Си Кришна Санкиртан. Си Кришна Санкиртан. Си Кришна Санкиртан. Не просто Кришна Санкиртан, а Си Кришна Санкиртан. Со сансар синду тарани хидаям ядиша Sankirtanam ritarase ramate manusche Premam budhau viharane jadi chitta bhiti Chaitanya chanda charane kuruta anuragam Chaitanya chanda charane kuruta anuragam Bancha kalpudra vasikvasindra vachana Patitanan pavana bhavashtra vachana